Ребят, всем привет, с вами Артко. Ну что, я теперь в Ставрополе, вы писали в комментах, приезжай сюда. И, собственно, я выписал 10 ваших голов, и сейчас ребята будут повторять. И если они его повторяют, кто повторил, соответственно, получает 2000 рублей. Если они не повторяют, подписчику, который написал гол, забирает 2000 рублей. Поехали. Собственно, 10 голов, которые мы выписали. Вот эти 3 мы будем сегодня повторять. Сейчас откроем, посмотрим, что здесь. Так, первый конверт. Привет. Повтори гол Тони Кросса на чемпионате мира 2018 со штрафного ворота Швеции. Ну, в принципе, этот гол, ну, не такой сложный. Я думаю, даже ребята, у которых одна попытка, легко с этим справиться. Поэтому погнали. Так, давай генерируй, сколько у тебя попыток будет. 3 попытки у Антона. Ну, в принципе, нормально. Не так мало и не так много. Ну и следующий участник. Генерируй. 2 попытки на повторение голов. 4 попытки. 3 попытки. Нормально. Генерируй. 1 попытка. Генерируй. 2 попытки. Ну и, собственно, участник, которому, возможно, понадобится только 1 попытка. Генерируй. 4 попытки Валери на повторение голов. Я думаю, он точно справится. Ребят, ну что, начинаем. Первая попытка у мяча. Олег, у него 2 попытки. Ой-ой-ой, хорошая попытка. До свидания. Хорош, было близко. Давайте следующий. Он вас чуть не похоронил. Подожди, а у вас все ворота бил. Готов? Только я левша, пацаны, вот так. Он левша, у него уже есть отмазка. Вот, собственно, человек уровня ФНЛ, возможно, и уровня РБЛ. Я честно верю, что он может максимально идеально повторить такой же подкруг. Ребят, все, первый круг закончился. Сейчас мы идем по второму. У кого была одна попытка? Кеша, спасибо за сотрудничество. Давайте начинаем второй круг. Хорош! Почему ты веришь, что ты сейчас это? Ребят, такого вратаря я не зря позвал. Мне кажется, будь он на чемпионате мира в тот момент, он бы вытащил этот удар кросса. Что, начинаем уже, получается, третий круг. Еще один человек. Нет, даже 2 человека выбывают. У них было по 2 попытки. Осталось все меньше и меньше людей. У подписчика больше шансов выиграть. Ребят, это был самый простой гол, на который я сегодня рассчитывал. Тони Кросса точно повторим. Сейчас что-то ребята плывут, никто не может. Еще один человек выбывает. Все меньше и меньше людей остается. Осталось 2 или 3 человека. Что-то есть похоже, но вообще не похоже на кросс. Ой! Это вот, вот такой нужен удар, помнишь, сюда. Но вы не умеете так. Ребят, остался последний круг. Все, уже все пробили. 3 круга ровно прошло, никто не повторил. Сейчас бьет Валера, бью я и бьет Ярик. 3 человека. Валера выбывает, остался я и я.
Ребят, все подписчики уже сделали удары. Остался мой последний. Никто не повторил. Если я сейчас не повторяю, собственно, тому, кто оставил комментарий, 2000 улетают. Ребят, все. Первый удар никто не смог повторить. Гол Тони Кросса. Сумасшедший оказался. Подписчику, который оставил, вот так, 2000 улетает. Мы переходим к следующему голу. Второй гол на сегодня. Артпо, привет. Сможешь повторить гол Дмитрия Пайета с лету в 9? Ребят, это гол, который был номинирован на премию Пушкаша в этом году, если я не ошибаюсь. Это сумасшедший гол. Его будет очень тяжело повторить. Но я не знаю, мне кажется, именно Валера с этим голом справится. И тут надо положить корпус и идеально в 9 попасть. Гол Дмитрия Пайета. Поехали. Три попытки. Две. А, сколько же, да? Спасибо. Три. Ну, уже лучше. Две. Пять было. Четыре раза. Пять было. Вот три раза нажал. Да куда ты тоже нажимаешь? Четыре. Четыре. Одна. Своему кенту. Слава богу, своему кенту не можем. Три. Нормально. Четыре. Опять четыре. Да, раз, вот так же рассчитать можно. Подпасал, блядь. Ребят, первый круг закончился, это отвратительно. Просто ужасно. Идем ко второму. Ну, почему-то у меня ощущение, что еще минус 4000 уходит подписчиков. Второй круг. Заключительный удар второго круга, но пока даже близко ни одного удара не было. Вот, давай. Да, ну. С каждым разом, вы знаете, обычно ты тренируешься, и удар лучше становится. Но с каждым разом все дальше. Вратаря мне уже жалко, он только за мячами бегает. Не, ну по технике правильно. Ребят, это уже третий круг заканчивается. Сейчас мой удар заключительный. Ну и потом мы к четвертому переходим к кругу. Короче, последняя попытка, ребята, осталась. Даже близко удара нет. Я не знаю, зачем я этот гол написал, но опять 2000 подписчиков. Я Валера уже все выбывает, он 4 удара сделал. Хорошие удары, по технике исполнения правильно, но это сумасшедший удар. Там сумасшедшая стрела в девятку полетела, тяжело такое повторить. Ребят, в принципе все, на этом мы заканчиваем. Второй удар мы не смогли выполнить, еще 2000 уходит подписчику. Ну и третий на сегодня гол. Повтори гол Ибрагимовича ножницами, ПЖ заметь, долго прошу, от Драксера. Это не тот гол, когда он через себя забил, это чуть по-другому на чемпионате Европы, когда подача на него шла. Ну и он в принципе с краю штрафной вот так ножницами попал в угол. Ну я думаю, хоть кто-нибудь да сможет его повторить. Ребят, третий гол Ибрагимовича, сейчас снова выбираем попытки. 5 попыток, Еша, давай. 4. 5. 3 попытки. 5. 3. Все это нормально, давай. 4 попытки. Нормально. 5. 2 попытки. Ну все, в принципе, распределили. Давайте повторять. Ой, хороший. Да нет, стоп. Останься. Заберите у него 5 попыток. Хорошая, хорошая.
Ребят, все, первый круг закончился. Ну, честно, опять отвратительно. Сейчас ко второму переходим. Почему-то ощущение, что именно этот гол мы сможем повторить. Ребят, все, уже последний, заключительный круг остался. Они уже решили по-настоящему повторить этот гол с подачи. Я не знаю, что изменится, конечно. Би-би-би-би, Олег. Ой, хороший момент. Ребят, я не знаю, напишите в комментах, похоже или нет, но мне кажется, это единственный гол, который мы сегодня хоть как-то близко повторили. Я не знаю, что пацаны скажут. Похоже? Я думаю, да. Не, ну мы вообще попасть до этого не могли. Ребят, вот этот гол мы засчитаем. Ребят, ну собственно все, 3 гола мы сегодня повторяли. Вы писали мне в Телеграме, повторяли кроссы, повторяли Баета. Ну и в принципе, Ибрагимович так, соу-соу повторили. Напишите в комментах, похоже или нет. Я думаю, вот так надо решить. Ребят, всем спасибо за просмотр. В принципе, на этом ролик заканчивается. Если вы хотите, чтобы я приехал в ваш город, или мы повторили ваши голы, также вы получите бонусы, обязательно переходите в мой Телеграм ArtBomb. И там все это будет происходить. Всем пока, всем спасибо.